Да, ребята, это та самая игра. Первая часть, которую мы прошли. Я буду называть частями, там я знаю, что Metro 2033 Redux есть. Но это по факту, ребята, это продолжение. Last Light — это продолжение 2033 Redux, которое мы с вами уже прошли. Если ты не видел, посмотри, ссылочка в описании находится на прохождение, с полным прохождением, да, Metro 2033 Redux. Мы уже прошли его довольно-таки давно уже. Ну как, недавно, но все равно прошли. Вот. И уже с того есть две серии, да, вот по этой игре. Или одна, две вроде серии есть по этой игре. Поэтому если не видел с самого начала, посмотри с самого начала эту игру. Тоже ссылочка в описании находится на плейлист с полным прохождением данной игры. Вот. И еще, если ты с телефона смотришь, там подсказочка, если тебе, ну, не хочется заходить на плейлист, да, хочется просто прошлую серию посмотреть. По этой игре, да, к примеру, либо, не знаю, либо первую серию Metro 2033 Redux. Ну, смотри, если ты с телефона сможешь, спускаешься чуть ниже описания, там будет все видео, да, там будет такое. И там будут прикрепленные видео. Их там 5 штук будет. Вот. А если ты смотришь компьютер, там справа вверху, наводишь там курсорчиком. И там будет такой восклицательный знак в кружочке белом. Тоже нажимаешь на него, и первые там два видео. Первое видео будет с прошлой серии по Last Light, да, прикреплено. Вот. А второе видео будет прикреплено с первой серии Metro 2033 Redux. Поэтому обязательно посмотри. Вот. А мы с вами, собственно, начинаем. Поэтому, Саша, удобнее надевать прядик. Обязательно прядик в пяти тукуш, прядик в пяти кофе, или пяти вдруг приятного просмотра. А мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. Серия обещает быть очень интересной. О, привет! Я вытащил Пашу из сквозь тьму. А он обещал доставить меня как можно ближе к полюсу. Дальше все ясно. Я найду там людей из Ордена и сообщу им о том, что случилось. Но путь к легендарной театральной лежит через катакомбы. Я никогда раньше не бывал в этих местах, и без своего нового друга, думаю, наверняка тут потерялся бы. Надеюсь, он знает дорогу. Да, я тоже надеюсь. Погнали! Спасибо, Артём. Как мы их, а? Один за всех и все за одного, как мушкетеры. Да-да-да. И моя книжка в детстве была. Мечтал мушкетером стать, как вырасту. Так, времени в обрез. Идем до театральных, а там ты в полис, а я домой на красную линию. Странно только, что они отстали, да еще и ворота закрыли. Да, очень странно, мужик, тебе скажу так. По шестой серии мы, собственно, выбирались, да, из, ну, да, из, от этих самых злодеев. Из их убежища, скажем так. Вот, сейчас мы идем с тобой, собственно. Черт! Что такое? Кого-то увидел. Пятый, прием. А, вон, вижу. Андрюха! Пятый на связи. Тушите там свет в тоннеле. Считай, они покойники. Есть! Покойники? С чего бы это? Поглядим еще, кто из нас покойник. На, сюда. А, ладно. Отступать некуда, позади Москва. Двинули дальше. Поехали. Опа, вот это что такое? Грибочки. Стой! Вот чего свет вырубили. Пауки терпеть его не могут. Так, инструктаж. Одних пуль тут будет мало. Но раз эта сволочь света боится, его и применим. Теперь, Артём, главное, не выключай фонарь. Без него хлебнем тут. Завал! Похоже, рванули туннель. Видно, пулями не смогли остановить. Да. Погоди-ка. Сквозняком тянет. Значит, есть выход. Да. Конечно, извиняю, но я тут ищу какие-то, знаешь, луч, не луч. Артём, помоги открыть! А здесь ничего нету. Давай, Артём, действуй! Поехали. Давай, бля! Опа. Ну что? И? А паутины-то шагу не ступить. Эта мелюзга такое устроить не могла. Наверняка есть твари побольше. Главное их не разбудить.
Черт! Они уже близко! Постой, Артем! Не торопись! Теперь осторожнее. Тут все вроде чисто. Пошли! Шахта! Да, высоковато. Так просто туда не подняться. Так, будем надеяться, лифт не подведет. Включай ты уже, ё-моё. Да. Есть! Генератор в порядке! О! Поехали! Чисто! Поехали! Да, поехали! Прошу, поехали! Покатаемся! Да. Ну, поехали! Поехали! Какого... Что с ним? Почему встал? Предохранитель, что ли? Черт! Ну, давай! Ну, это предохранитель, мне кажется, что-то другое. Услышали нас, суки! Черт, в самое логово попали! Да сколько их тут? Гад, уцепился! Фонарем, давай! Жги их светом, сними лифт, нас не под... Жри, тварь! Видел пузо? Вот в него и бей, верхний панцирь не пробьешь! Хорошо. Артем, их надо сжечь фонарем, пока на спину не перевернутся! Айда за мной! Да, пошли. Опа. Ах ты, сука, ты такая! Артём, свет сюда! Зажарь его! Так-то, мразь! Спасибо! Один за всех! Так, сюда! Ну не просто же так. Про него я слыхал. Теперь и театральная недалеко. Высоковато. Их! Двинули! Снова они! Артём, не подпускай их, а я поищу, как перебраться. Нормально, сгодится. Артём, давай сюда, подсоби. Чего? Айда за мной! Вагон! Варь ебаная. Фонарик не забывай, Артём! Мел? Открылся, стреляй! Мел включен еще. Я подсажу! Давай. Они и странно пауки, конечно. Ой, ёпта. Артём, руку! Эх!
пошли! Эй, бля! Так. Артём, ты цел? Конечно. Давай, надо уходить! Все, бегом туда! Бежим! Что, твари, не нравится? Ну, здесь они нас не тронут. Кто знает, кто знает. Ой, ёпт. Артём, погоди! Хреново без фонаря! Дай хоть факел сварганю. Раз, два, три, ёлочка, гори! Ладно, двинули! Погнали. Бля, там лут, скорее всего, да, еще лежит. Нет. Давай, джоп, джоп! Отвали, с два. Тут электрозамок. Провода вот туда веду. Слушай, Д'Артаньян, у тебя фонарь, так что двигай по проводам. Где-то там должен быть щиток. Попробуй в него зарядник воткнуть. Класс. Получится запитать, дверь откроется. Спасибо, мужик. Да не переживай за меня. Я же Атос. Если что, шпагой отмахаюсь. Ну, поехали, чё. Как всегда, в принципе. Поехали. Давай, 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 давай. Зачем мы сюда пришли с тобой? Интересно. Заметка 1. Факел. Туннели и станции метро лишь малая часть того, что было вырыто за долгие века в неподатливой московской земле. Князья строили себе тайное убежище из секретной лазы. Цари сооружали катакомбы и сокровищницы. И уже тогда века назад натыкались на гораздо более древние ходы, прокопанные невесть когда. Ну-ка, еще не знаю, когда. Причем, возможно, вообще не людьми. Пещеры, русла подземных рек. Никто не знает, что на самом деле находится вокруг станции метро. Над ними и под ними. Карт не существует, потому что картографы не возвращаются из своих экспедиций. Жуткие создания, обитающие в подземельях, действительно ли они... Действительно они порождение радиации? Возможно, они всегда жили тут? Может быть, раньше они сторонились человека, а теперь, чувствуя, что наш конец близок, что мы больше никогда не будем хозяевами Земли, осмелели и показались на свет, подползая к нам все ближе, чтобы прикончить нас и поживиться нами, пока мы еще теплые. Понятно. Охуенно, да, читаю? Классно. Ну, классно я прочитал, вообще молодец, красавчик. Ну, понятно. Интересная мысль. Сказать так. О. Вот, сосёшь там нахуй. Давай, 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 давай. Бан, блять.
Давай. Нападай, ёпта. Что? С лицом. Интересно, почему нельзя здесь осматривать часы теперь тоже, как в прошлой части? Опа. Вот это нам надо с тобой. Что такое? Что? Иди сюда, ёпты. Классно, а может откроем мы, блядь? Давай с тобой смотрим, что здесь быстренько так. А, я вон вижу, смотри, видишь, бегают. О, талант не пробьешь, молочага. Готов? Первый пошел. Давай. За мной! Ну ладно. До театральной осталось совсем чуть-чуть. Вход в метро, судя по всему, должен быть где-то рядом. Но каким малым ни было бы это расстояние, нам предстоит пройти его по поверхности. А наверху каждый шаг и каждый вдох может стать последним. Путь через свет. Потише сделай! Прибыли, Артём! Соберись, до темноты осталось всего ничего. Как туннель обвалился, на театральную отсюда остался только один путь, по поверхности. И задерживаться там до темноты определенно не стоит. Обжитое местечко! Повезло нам, Артём! Похоже, схрон местных сталкеров! А где были сталкеры, там... Черт, фильтров маловато. Но ничего, на нашего их хватит. Не стесняйся, бери. Здесь все сталкеры, братья. Так, отголоски. С тех пор, как мы оказались в метро, я поднимался на поверхность всего несколько раз. Радиационный фон там слишком высок, и слишком частые вылазки оборачиваются для смельчаков смертельными болезнями. Наверху всегда надо быть начеку. Загрязнение неравномерно. Есть места, где убийственную дозу облучения можно схватить за несколько минут. А кое-где можно было даже жить. Если бы не чудовище, не тоска...
Без дозиметра и противогаза одно от другого нипочем не отличишь. А без противогаза на поверхность не выходит вообще никто. Когда-то мы были хозяевами земли. Сегодня, хоть я и помню тот летний день в ботаническом саду с мамой, мне уже почти не верится, что все это случилось со мной на самом деле. Не верится, что раньше я жил в одном из высоких домов и каждый день мог смотреть на небо. Кажется, метро всегда было моим домом. И все же я скучаю по потерянному миру. Ну, понимаю, мужик, понимаю. Опа, противогазик. Только треснуто, ну ладно. Так, классные у тебя часы. Удобно знать, насколько еще воздуха хватит. Ну ладно, да, блин, не знаю, зачем они убрали фичу, это смотреть на часы. Айда дальше. Странно очень, ну ладно. Ну что, пошли дальше? Let's go, мужик. Я слыхал, тут такое водится, что и пули не спасают. Ты, конечно, стреляный воробей, но в таких переделках еще явно не бывал. Так что помни, если хочешь жить, не расслабляйся ни на секунду. Опа, вот это интересно, я сюда зашел, да-да-да. Я смотрю, странно, что это стоит, да? Ого, вот это да! Слышал я про это место! На посадку уже заходил, когда рвануло. Видишь, здание, в которое он врезался. Вход на театральную там. А на поверхности-то все тает. Прям весна, Артем. Повезет и до лета доживем. Так, погоди. Тут справа от самолета должен быть подземный переход. Сталкеры через него площадь обходят. Вон, по крылу можно спуститься. Сейчас же для обложечки сделаем с вами. Ком шут. Куда нам идти-то? А, вот сюда. Пошли, пошли, пошли. Вон и переход, давай туда. Смотри, чтоб фонарик был заряжен. Прикрывай меня и поглядывай по сторонам. Ну, пошли потихоньку. Проверь, нет ли фильтра. Если хочешь, смени противогаз, только быстро. Ему-то уже не понадобится. Чёртовы твари! Сейчас, кажись, блевану! Старайся идти потише, тут, говорят, не только мутанты водятся. Конечно, настоящий комитет духов и остальную мистику не верит, но все равно пробирает.
свет выбираться. Да. Пробей служебное помещение. Потише сделай, пожалуйста. Ой-ой-ой. А мы сюда не зря зашли. Нет, это не надо мне. Мне такое не надо здесь. Мы с тобой сюда не зря зашли, получается, да? Получается так. Ой. Ну как, попалось что-то стоящее? Да. Там прям нормально. Артём, стой, пригнись! Стражи, огромная стая, видно, от бури бегут. Ох, чую, будет дело. Только тихо, если заметят нас, разорвут как битву. Фух, пронесло. Так, Артём, смотри, чтоб дальше без таких фокусов. Ладно, идем к самолету, пока новых не набежало. Пошли! Слыхал я про это место всякое. Мол, души погибших. Чушь, конечно. Попробую открыть, я прикрою. Заклинило? Давай вместе. Пошло! Так. Ну проходи ты. Так, Артём, место это непростое, так что не теряй головы. Ладно, пошли. Сталкер один рассказывал, это был рейс Майорка-Москва. Ну, семьи после отдыха. Угу. Я-то сам ни на море не был никогда, ни в самолете не летал. Не судьба. Странно как-то. Черт, ты тоже видел? Артём, что это было? Ничего не видел, ищу лут. Ой. Живые, смотри, они живые! Что за вспышка была? Спроси! Дайте площадку! Черт! Нет уже диспетчерской! Толя, падаем! Скорость какая? Электроника вырубилась! Да, что жесть! О, господи! Все! Все! Да что же это творится? В руки себя возьми! Давай, попадайся, отпускай, спрятай! Правый лицо, Кошек, давай сверху! Блин, это жесть. Где? Это жесть. Душно мне. Душно. Дым. Гагарь. Дышать нечем. Душно мне. Душно. Дым. Гагарь. Мама! Мама! Что? Где? Ну, Артём, спасибо. Если б не ты, я бы задохнул тебя. Разметка 2. Отголоски. Красная линия – одно из самых больших и мощных государств метро. Оно занимает почти целую ветку. Насколько я себя помню, красные всегда говорили, что цель их – построение коммунизма во всем метрополитене. А, красная.
Возрождение погибшей державы построено на построено на равенстве и справедливости. Прошу прощения. Правда, независимые станции боятся красной линии, как черт Ладана или Ладана. А значит, без крови красную державу не возродить. Да, красный совсем не ангелы, но то, что творят фашисты, настоящий ужас. Я рад такому союзу, как Павел, пусть он и красный. Что жесть, конечно. Жесть. Давай. Опа! Сюда, здесь лут. Куда такое вообще? Пошли. Да уж. Ну, что я говорил? Умные заразы! А мы уже почти пришли. Готовься! Со второго этажа прут! Кого, бля? Театральную тут, за углом! Побежали! За мной, скорее! Это он? Давай сюда! Кто? Ну? Я здесь! Да уж, такое. Руку! Скорее, сейчас еще набежит! Тут где-то рядом вход! Надо предупредить станцию! Скорее! Давай по эскалатору! Скорее! Скорее! Они не отстают! Я прямо за тобой иду, мужик. Еще один! Открывайте! Скорее! Все хорошо. Ёпта. Только стан началась. Ничего так прогулочка получилась, а? Короткое свидание с мертвой Москвой, призраком прошлого, закончилось. Мы с Павлом снова выручили друг друга. И обратно в метро спускаемся уже с паянным тандемом. В пустошах. Иначе не выжить. Но теперь впереди обитаемая станция. Театральная. Отсюда до полиса рукой подать. Если Паша сможет провести меня через блокпосты красной линии,
Я буду у своих уже через час. Здорово, мужики. И того. Извиняйте. Время такое, сами понимаете. Нам сейчас на подъем. Стражей много? Еле ушли. В доме гнездо. У самолета. Да-то мне сон сегодня снился. Мерзкий такой. Ну, что называется, сон в руку. Да. Втроем идти смысла нет. Да, гнездо. Вэт, мужики. Большой молодцы, в общем. Надо. Ну, Артем, наш шанс приобщиться к культуре. Над нами большой театр. Кто из артистов жив, все тут. Дают представление. Со всего метро народ есть. Ну, а теперь мы уроды? Как же так? Сколько раз это уже было? Но почему? Почему именно мы? Каждый раз мертвый все стало. Вот и наш черед пришел. Или ты думала... А расклад у нас такой. Соседняя станция, площадь Революции, наша, красная. От нее до полиса два шага. Я договорюсь, тебя пропустим. Мигом у своих будешь. Это вас только что сообщили? Да, нас. Отлично, проходите. В общем, Артем, ты погуляй тут пока. Станция интереснейшая. Я со своими переговорю и найду тебя. Хорошо. Добро пожаловать. И хорошо вам отдохнуть. Оружие. О. Шумел камыш. Деревья хмурились. Понятно. А ночка темная была. Подайте последнему театральному критику. Подайте, кто сколько может. Что, молодой человек, клюнули на мою остроумную табличку, а? Мерзко мне. Мерзко. Сидим мы здесь. Светло, тепло, выпивка, а кругом радиация, разруха, смерть и война. И что? Да именно из-за разрухи и смерти театральная и нужна. Не будь тут театра, только тупи на месте. Сука у тебя аж слюнки текут. Ну что, Ноенька, чего сообразила? Ухлёстывал один за мной. И замерщик, обер-шарфюрер. Рассказывал, чего мерки меняют по разной теории. Обострение расслабляет борьбы. А так, чтобы от лишних ртов избавляться. И как? Устояла перед шухерфюрером-то этим? Устоишь тут. Я-то отшила его. Через 3 дня вызывает. Синяк замазал, что я поставила. Говорит, мол, муж твой по новым меркам мутант. Там же как меряют. Чуть туда, чуть да. Вот он моего мутанта. Прости. Вывел. Что? Костя, что случилось? Витя погиб. Как? Болезненно. Мы уже да, обратно шли. Да, дядь Миш, покажите! И тут демон. Все попадали, он даже не зацепил ух никого. Ты, это же демон! А Витёк... Страшный какой, прямо крылья стоишь! Вон крыльями демона как машет! Отогнали, смотрим. Да, нападает! Лежит Витёк. Нет, это он взлетает только. Папа но говорит, он только на взлёте так сильно крыльями машет. А папа... Маркет! Ну что, Никитич, правда, когда пойдем с тобой наверх Миш? Мутантов кормить? На неделю хоть купите деньги еще гарантию своей да какие тут деньги? Пусть защитите себя все и свои близкие! Зажигательные гранаты! Боеприпас! И на броню это ты хватил. Самое может, то, если их много, да ты один зарастет. Может, ухо будет. Ладно, это я ты угощаю. У меня дня на 3 осталось. Боеприпас, да, у тебя есть? Видишь, ни пятнышка, ни царапинки. Точность гарантирую. Покупайте оружие. Что-то ты пожадничал. Кого? Ну, если понадобится что, а кому рыбки? Мне. Вчера с Венеции. Рыбки кому? Копченый, вяленый, соленый. Кожа. Лучшая выделка. Оригинальный покрой. Есть отличные грибочки. Лучше не найдешь. Не надо мне. Ждаю. Ножи. Тихо. Надежно. Смертельно. Сало простое. Сало копченое. Сало внутреннее. Сало соленое. Шкварки. Коллиматорный. Не, прицелы не нужны, честно, мужик. А, ну это прокачано у меня. Хорошо. Гранаты.
отличная вещь. Купи, и никакие бандиты не страшны. Так. Патроны и другие боеприпасы. Покупка. Давай. Ого. Патроны и все остальное. Лучшие цены. Давай. Ну, если что, заходи. Хорошо. Так, что ты у нас здесь? Не пожалеешь. Вставляет как надо. Сюда. Что-то можно. Так, большой. Заметка 1. Павлу нужно время, чтобы договориться. Граждан других станций на красную линию без особого разрешения не пускают. Государство, которое все время готовится, в любом чужаке видит шпиона. Так что у меня пока есть время осмотреться на театральный. Эта станция настоящая легенда метро, почти как полис. Но если в полис собрались выжившие ученые и интеллигенты, то театральные считаются культурной столицей метрополитена. Запрещено же везде. Можем идти на революцию. Через театр нас пропустят. Вот ну. Через полчаса прибежишь, уже не будет. Разбирают мигом. Да погодите вы, дайте подумать. Думай быстрее. Вон еще приезжий стоит. Из гордыни возьмем. Еще точно. На перроне прятался. Не смеши народ. У меня на жену рука не поднимается. А вот тебе я сейчас. Да-да, конечно, проходите. Ладно, Станиславский, если хочешь посмотреть тут, я тебя у гримерки подожду. Маэстро Канкан! Как хорошо, ребята, да? Как хорошо. Как хорошо, да? Ну, как хорошо, ребята, как хорошо. Спасибо, разработчики, спасибо. Что, Артём, приобщился к искусству? Ну, пошли. Несравненно, несравненно. Не знаю даже, как теперь остальным артистам производить впечатление на публику. Впрочем, думаю, они справятся. Переходим к следующему номеру нашей потрясающей программы. Работа просто заедет. Этот человек презрел опасность, бросил вызов природе, ухватил бога нового мира за бороду и в очередной раз доказал, что человек — венец творения. Поприветствуем нашего великого дрессировщика Леонида Бурова с его ручным ужасом нашего города. Але, оп! Кого? Ладно. Уля-ля, мадам. Свои есть, ей пудрись. Уля-ля. Чего тебе твой не дарит? Может, никуда не поедем? Здесь останемся? Алле! Девушка. Я кому сказал? За таким не платят. Алле! Ой! Ах ты, скотина тупая! Алле! Не зовет, эконом! Дура! Мы просто проверяем чувства. А пока он тебе... Опа. А у тебя и такого нет. Глаза красивые, у тебя очень красивые. Что вот эти, что эти? Ой, девочки, не увлекайтесь. Можем. Нам надо выбирать. Я вот с ней вообще никуда не пойду. Кстати, о мутантах. Даже до нашей станции дошли слухи о
новых мутантах на ВДНХ. Пойдешь, пойдешь. Черных. Тебя ж больше страшных. Никуда не возьму. Пули их не брала. Цирк только. А кто ты их видел? Уехал. Все с ума сходили. Но даже эти щадя ада оказались человечеству по плечу. Чё? Ребята с ВДНХ поняли, что заваривали чай не из тех грибов. После возвращения к традиционной рецептуре новых мутантов как рукой сняло. Блестящий триумф! Поздравим ВДНХ! А наша программа продолжается! Настало время внести в наше шоу лирическую нотку. Позвольте представить вам гения камерной музыки, самородка и талантище, несравненного баяниста дядю Колю Пожарного с произведением «Мое сердце рвется к небу, но, как всегда, бьется о потолок и падает на дно бутылки». Аплодисменты! Ну, прям интересно, да? Ладно, ладно. Ах ты, сука! А ну быстро прекратили! Вы еще подеетесь тут, а лучше на сцене. Беженцы опять. Одни беженцы. Что творится? А что творится? Убери стул! Убери! Вось опять коммунячи с рейхом воевать собрались. Уля-ля! Да сколько же можно? Хорош. Хорошая игра. Очень хорошая игра. Нет. За такой надо лайк поставить. Я думаю, за такой лайк надо поставить. Вот что я тебе скажу, Артём. Вроде идти уже надо, но давай гульнем, раз живы остались. А я угощаю. Прошу. Две фирменных. Специально для вас из старого запаса. А о, кто это там? Кто это? Артём, строгнем. Ух, хорошо пошла. Ай, вообще хорошо здесь, но дома лучше. Знаешь, мне по всему метро лазать приходится. Ну и наслушаешься всякого про красную линию. Дескать, неплохо у нас, и жрать нечего. И расстреливают всех подряд почем зря, и анекдот не рассказать сразу вяжут, и строим все ходим. Стоп, давай-ка еще по одной. Давайте! Так вот, ну да, у нас строго, да, без бардака. Одна партия, один руководитель. Ну да, идеология там, все дела. Ну что, порядок зато. У всех еды одинаково, нет богачей и нищих. Сколько надо для жизни, столько и получаешь. Да еще по одной. Ну, за равенство. Давайте. Прошу. А, о чем это? Да. Ты посмотри, как окраинные станции живут. Жрут друг друга, детей своих в рабство продают. Где-то каменный век уже начался. Если человека самому себе предоставить, он до зверя в два счета скатится. Нужен порядок, нужен. В это и верю. Сдохнем мы в метро без порядка. Перегрызем друг другу глотки и вся недолго. Так что ты как хочешь, а я красный. Красным и помню. Так что давай, за порядок. Давай, Артём, давай! До дна, до дна! Ну вот и хорошо. Не серчай, Артём. Работа у меня такая, красную линию защищать. А ты, мушкетёр, сейчас по чужую сторону баррикад. Бойцы, оформите товарища. Есть, товарищ майор. Слушаюсь. Предал нас, да, предал. Возвращением, товарищ майор. Вольно. Понятно, предал. Понятно.
как глупо я попался. Купился на заверение в дружбе, на дурацкую присказку о мушкетерах. Ничего, мы еще поквитаемся. Интересно, зачем Павел заманил меня в ловушку? Не знаю даже, зачем он это сделал. Пошел! Отставить! Это у нас так. Перегибы на местах, не обращай внимания. Мне тебя сюда надо было доставить, и ты теперь под арестом. Но с другой стороны, все может обернуться очень для тебя хорошо. Здравия желаю! Здравия желаю! Вольно! Вижу, жизнь бьет ключом! Так точно! Товарищ Москвин проводит смотр! Опа! Сам генсек! Товарищ Корбут тоже здесь? Так точно! Товарищ генерал тоже прибыл! Ну, повезло! Как все закрутилось! Слушай, Артем, ты парень умный, должен понимать, случайностей не бывает. Ты пошел. Здесь неспроста, ты много знаешь, и я советую тебе не темнить. И я тебе помогу, но ведь с тобой кто? Мушкетеры! Один за всех и все за одного! А вот у товарища из ордена девиз другой, все для нас. Этот ваш бункер, кому он достанется, тому и жит. Это последняя война будет, Артем, и мы к ней готовимся. У нас сила. Понятно. Как говорится, первое правило, никому не доверяй в метро, да? О, ну девочки хорошие, блин, согласен, девочки хорошие, блин. Спас. Какое совпадение. Лесницкий, вы же тоже были. Рейнджер, его знаете? Так точно. Это Артем, доверенное лицо Мельника. Они вместе нашли Д-6, и потом он отличился во многих операциях. Ну что ж, рад знакомству, товарищ Артем. Думаю, нам есть что предложить друг другу. Доставьте товарища в переговорную. Можно было лучше по-другому, но ладно. Давайте-ка, молодой человек, пропустим обмен любезностями и сразу перейдем к делу, а? Известные вам мутанты-телепаты черные представляют огромный научный интерес. Вы расскажете все, что знаете о них. За это... обещаю вам жизнь и работу в вашем же ордене, но на меня. Будем как мушкетеры. Один за всех и все за... Генеральный секретарь ЦК КПМ, товарищ Москвин. Чеслав, разговор к тебе. А это у нас что? Очередной враг революции. Хм, отлично. Как вы верно отмечали, Лёне давно пора учиться работе с людьми. Вообще-то мы собирались... Отставить! Все эти ваши сыворотки правды, хитрые машинки, пустая трата времени. Дайте-ка я тряхну стариной. Ну, гнида, говори. Давай, выкладывай все, что знаешь про Д-6. На! Молчишь? Пока я тебе яйца не отрезал. Все ваши явки, ставки, пароли и всю прочую лабуди. Так вот мне напоминаешь. Зачем ты его так? Это называется допрос, Леня. Допрос. Обычное дело. Что? Когда ты играешь в куклы, такого не делаешь? Нет! Сучоныш! Власти без крови не бывает! Угу. Бывает! Твой брат правил без крови, и его до сих пор... Стоять! Любят. Стоять, я сказал! Вы... делайте, что хотите, но вытянуть из него все и пулю в затылок без этих соплей!
Потом ко мне. Есть разговор. Надо, сейчас приду. Вернись! Леонид был прав. Зачем? Похоже, наши отношения безнадежны и испорчены. Но тут на помощь приходит наука. Одна инъекция, и вы все расскажете. Нет, ничего не скажу. Что это? Он, смотри, он спас. Он, они неплохие, я так понимаю, да? Видишь, он спасает. То есть они неплохие, грубо говоря. Они, наоборот, видишь, спасают. Отправляйся на Венецию с группой. Расплатишься там с местными. Реши их вопрос окончательно. Понимаешь, о чем я? Так точно. А с черным что делать? Да, черного обнаружили. Подробности в конверте. После Венеции сразу за ним и рекомендую больше меня не подводить. Не подведу, товарищ генерал. Не подведу. Отсосете его. Отсосете. Пошли они все в задницу. И папаша, и Корбут, и Морозов, и революция, и мое большое будущее. Я так не хочу. Я все равно так не смогу. Пускай расстреляют, чем как папаша, родного брата. А вы там, если выберетесь, ну, живите. Спасибо, мужик, спасибо. Не, тебе вот, зачтется. Давайте сюда, там свобода, уж я-то знаю. Я по этим трубам от отца все детство прятался. Ну, удачи. Спасибо, тебе зачтется. Спасибо огромное тебе. Прикольно сделать, красиво довольно-таки. Ох-ох-ох. Наконец-то. Садись, число. Говорить будем. Про переговоры в полисе? А, значит, уже в курсе. Я все-таки глава разведки. Глава? А информацию упустил. Проклятые беженцы. И полис, и Ганза. И даже нацисты чертовы уже все знают. Крыс мы переловим, а война все равно неизбежна. Суждаем, суждаем. Неизбежно? У меня есть способ. Лобовой удар не имеет шанса. Вот если с поверхности, через церковь, потом катакомбы, зайти в спину, тогда, возможно, с основного направления и не встретят сопротивления. Потом зачистка. Смирно, товарищ генерал! Бойцы, на вас возложена ответственная задача. Вы знаете ровно столько, сколько должны знать. Вы должны помнить две вещи. Первое. От вашего успеха зависит победа. Второе. Операция засекречена. В плен вы сдаваться права не имеете. Вопросы есть? Можно ли нарушить радиомолчание после захвата объектов? Только в крайнем случае, только на кодированной частоте. В случае контратаки противника, объекты удерживать или отходить? Удерживать. Активное противодействие не предполагается. Товарищ генерал, вы приказали убрать все знаки отличия, но потом нам выдали флаги. После победы и получения сигнала, поднимите флаги над захваченными объектами. Еще вопросы есть? Никак нет, товарищ генерал. Ну... Удачи, орлы! Служу красной линии! Понятно. Вот теперь я нахожусь в настоящих паучьих катакомбах. И генеральный секретарь Москвин до уровня главного паука не дотягивает, явно уступая генералу Корбуту. Знать бы, что он задумал. Что доставил ему Лесницкий из Д-6? Что должно уничтожить врагов революции?
пока сплошные вопросы. Ясно одно. Информация о черном у Павла. Теперь он моя цель. Интересно. Только что же брал. Понятно. Больше здесь вроде как ничего, да? Знаешь, что думаю? Давай мы с тобой в следующий раз продолжим. Спасибо за просмотр. Катерика была довольно-таки длинная и интересная. Все только обостряется по сюжету. Серьезно, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.